Конкурс «Мы в отпуске» продолжается. В нашей официальной группе на сайте «Одноклассники» жители города активно добавляют свои снимки. Итак, пока самые летние наши читатели признали фото Алены Максимовой почти 300 голосов. Еще один явный претендент на победу – Наталья Порубаева, 284 голоса. Оценили пользователи и горный пейзаж Николая Чванова. Ему отдано больше 100 голосов. Итак, конкурс продолжается. Напомню, участвовать в нем могут абсолютно все жители города. Победителя ждет ценный приз от нашего спонсора компании «Север Авто Ямал» iPad Mini.